«Британия сильнее в Европе» – по таким девизам стартовала кампания за дальнейшее членство страны в ЕС. Она приурочена к референдуму по этому вопросу, который пройдет до конца 2017 года. Представитель деловых кругов Стюарт Роуз предупреждает, что выход из Союза усилит безработицу и подорвет позиции лондонского «Сити». Останемся ли мы частью крупнейшего свободного торгового рынка на планете? Или мы уйдем, создав неопределенность нашей экономике? – вопрошал лорд Роуз. Продолжим ли мы лидировать в мире, ведя за собой Европу? Или мы рискнем ослабить наше влияние на мировой арене, повернувшись спиной к Европе? Премьер-министр ведет переговоры о реформе Евросоюза, а также о пересмотре отношений Лондона с Брюсселем, прежде чем объявлять, как он сам проголосует на референдуме. Ранее Дэвид Кэмерон ратовал за сохранение Соединенного Королевства в составе ЕС. На днях свою агитацию развернули сторонники выхода, среди которых лидер партии независимости Найджел Фараж. Он хочет видеть страны континента просто хорошими соседями. Такие евроскептики призывают британцев вернуть себе контроль над судьбой страны, освободиться от диктата брюссельской бюрократии.